как говорится, первый блин комом. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сравнили первый и второй выпуск и сказали, какой бы из них лучше, в каком качестве выше. Никита задал вопрос. Толь, скажи, что одевать Веромоссу, кроме Виолента, во второй, четвертый и шестой слот? Анатолий ответил. Можно одеть скорость плюс Energy, либо фокус, некоторые даже Despair одевают. Во второй слот скорость, в четвертый хп, в шестой хп, либо точность, если меньше 30 набирается. Вадим спрашивает. Леди из ада. Стихия огонь. Как она? Анатолий ответил следующее. Как по мне, лучше. Фатал, Рейдж, Виолент, плюс клинок, либо ответ. Контра всяким первым, да и любым воскрешалом. Так как если убивать третьим скиллом, этого беднягу нельзя воскресить. Во второй, четвертый и шестые слоты. Во второй, четвертый и шестой слот. Атака, крит, дэмэдж, атака. Андрей задал вопрос. Уважаемый Анатолий, у меня есть Тайрон. Одет печаль плюс фокус. СПД, крит шанс, точность. Думаю, знаю. Поменять четвертую руну, но есть только ТК и ХП. Вопрос знатокам. Что поставить в четвертый слот, если юзаю Тайрона везде? Хочется подняться по ТОА. Как станнера или ДТ? Анатолий сказал следующее. Тайрону желательно побольше скорости, точности и ХП. Тогда в башне он выдаст максимум пользы. Меньше 20к Тайрону это плохо и часто будут проблемы. Для арены ставят даже свифт, плюс ответ и делают 220 и больше скорости. А потом еще и дамаги на нем много. В этом случае ставят крит дэмэдж в четвертый слот и в атаку шестой. Яна задала вопрос. Добрый день! Только что выпала Владыка Моря Ветра. По скиллам вроде норм. Или я ошибаюсь? Заранее спасибо за ответ. И если не сложно, то какие руны на него нужны? Анатолий ответил. Привет. Да, очень хороший персонаж. Плюс еще и клинсер. Вариантов два. Если против тебя бафнулась Хлоя и так далее, то бьешь третьим скиллом и снимаешь бафы. Если повезет, конечно. Либо ходишь вторым скиллом и делаешь всем мобам откат навыков на один ход. Всякая Хлоя не бафнет, Чесун не хильнет и прочее. Диспайр плюс фокус, либо ответ. Скорость, ХП, ХП или же точность. Виктория задала вопрос. Добрый вечер. Что ты скажешь по поводу рыцарь-маг огня? У многих мнения расходятся. Даже не знаю, что с ней делать. Анатолий ответил следующее. Привет. Для начальной игры еще и пойдет. А вот в средней, когда нужно переводить мобов на 6 звезд, то она сгодится только для корма тьмы. Ну либо в воде. Вода чуть-чуть похуже. Тьма очень хорошо показывает себя на некроманте. К сожалению, это видео должно было выйти чуть-чуть пораньше. Но так как я ленивая задница и, в общем-то, тормоз и слоупок, оно выйдет в ближайшие дни. Соответственно, день, когда записываю, это 29-е и, возможно, 30-го. Это уже как Анатолий решит. Всем спасибо за внимание.